Всем доброго времени суток, а сегодня мы будем готовить вкуснейшую закуску – канапе «Радуга». Я думаю, вы уже догадались, почему «Радуга». Посмотрите, какие они красивые. Для них нам понадобится твердый сыр. Я его нарезаю брусочками, вот таким вот образом. А затем наши брусочки мы будем превращать в квадратики. Вот такие вот небольшие квадратики нарезаем. Отлаживаем в сторону. Затем берем мармелад. Мармелад лучше брать такой вот полосатый, чтобы был красивый, наши канапешки были, чтобы именно были похожи на радугу, были яркие. Также нарезаем таким вот кубиком, квадратиком небольшим. Видите, какие они получаются яркие, полосатенькие. И лимон. Лимон я нарезаю просто кружочком. Аккуратненько, тоненько режу кружочком, кружочек. Потом такими вот треугольничками. А теперь будем собирать наши канапешки. Берем зубочистку. У меня зубочистка, можно взять шпажки. Надеваем лимончик, затем снизу мармеладку и сверху сырок. И получаем вот такие вот вкуснейшие канапешки «Радуга». Просто обалденные. Отличное сочетание сыра, мармелада и лимона.